Министр образования Московской области Ирина Коклюгина посетила с рабочим визитом Люберцы. Совместно с сотрудниками администрации она совершила объезд территории и обсудила наиболее актуальные проблемы округа. Подробности далее в сюжете. Министр образования посетила гимназию 41, где в настоящее время проводится косметический ремонт столовой и пристройку к детской школе, возведение которой восстановилось после двухмесячного перерыва. Сейчас коллеги движутся, скажем так, в дорожной карте, сроки выдерживаются, и пандемия не повлияла на сроки. То есть до 1 сентября, соответственно, объект будет закончен, полностью будет благоустроена территория, чтобы уже дети, которые придут сюда с начала нового учебного года, придут в новую школу. Жалобы жителей в соцсетях и на портале «Добродел» проложили маршрут, по которому участники инспекции обследовали городской округ Люберцы. То, что касается дезинфекции, мы ее проводим ежедневно, это в ежедневном режиме. Что касается влажной уборки, влажная уборка у нас проводится один раз в трое суток. Сухая уборка проводится ежедневно, особое внимание обращается на входную группу, обращается на передний этаж, лифтовой холл и, соответственно, каждую площадку межэтажную. После ливневых дождей напротив корпуса 20 по улице Кирова образовалась глубокая лужа, которая вызвала нарекания со стороны жителей. Эту проблему уже удалось решить с помощью нового оборудования на насосной станции. Такие выездные проверки прошли во всех муниципалитетах. Представители областного правительства работали на местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.